В Люберцах стартовал проект «Киноуроки в школах России». Он нацелен на воспитание в детях лучших человеческих качеств. В течение 11 лет каждый месяц школьникам будут показывать 99 тематических короткометражек. Первые фильмы уже посмотрели и обсудили ученики 16-й гимназии. Если бы мы с вами каждый день четко понимали, вот я сейчас испытываю качество милосердия, а вот сейчас сострадание, и это разные качества, это вообще разные качества. Перед началом показа несколько вступительных слов от создателей проекта и о том, ради чего он создан. В фильмах отражены лучшие человеческие качества – доброта, честность, искренность, трудолюбие, ответственность. Для меня такая встреча всегда очень ценная тем, что я могу пообщаться с детьми, я могу послушать, о чем они не декларируют, а рассуждают. Сегодня была встреча с маленькими детьми. Мне понравилось, один мальчик сказал, что такое благородство. Он сказал, это когда спасти принцессу. Знаете, вот иногда такие реплики, такие понятия у детей, это очень важно, когда они именно так выражают мысли, это очень искренне. Школьникам предложили обсудить не сам фильм, а качество, которое в нем раскрывается. Ребята рассуждали о дружбе, справедливости, внимательном отношении к людям. Нам показали фильм про качество, осознанность. Было очень интересно. Главный герой понял, осознал, что надо ценить людей, то, что можно уметь любить. Очень интересно было, я бы с радостью это каждый раз смотрел бы и ждал бы с интересом. Проект нацелен на воспитание у школьников внутренних, духовных качеств личности, которые влияют на формирование объективной оценки собственных и чужих поступков, а также их последствий для человека. Мы считаем, что это очень важно, потому что именно таким образом формируются лучшие человеческие качества. Какие поступки нужно совершать, а какие не совершать, какие человеческие качества важны в сегодняшней жизни. По словам организаторов, школьники, воспитанные на духовных ценностях исторического и культурного наследия, станут мощной опорой для развития и укрепления государства. Киноуроки проводят во многих городах России. Теперь проект реализуется и в Люберцах. Мы решили дать эту информационную поддержку у нас в Люберцах. Познакомили с разными школами, директорами. И сегодня вот стартует этот проект именно в гимназии 16. Мы очень рады, что дети по-особенному относятся к тому, что сейчас происходит. То есть реакция потрясающая, и мы рады, что мы сделаем эту инфоподдержку. В рамках проекта подготовлены 99 фильмов, которые объединяет одна идея – показать лучшие человеческие качества. Киноуроки в 16-й гимназии будут проводить каждый месяц в течение 11 лет. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.